Оля, с днем рождения! Спасибо, Матвей! С днем рождения, Оленька! А давайте в честь дня рождения Оля отпустит шарики в небо и загадает желание. А может, лучше не надо? Я тут прочитал, что это вредит природе. Да что будет с одного раза? В честь дня рождения же можно. По мнению специалистов, такие шарики убивают животных. Птицы врезаются в шары и погибают, запутываясь в веревках, привязанных к ним. Особенно опасны воздушные шары для черепах. Эти животные едят медуз, и лоскутки воздушных шаров зачастую принимают за пищу. Также эти животные запутываются в лентах, что опасно для их жизни. Гелия в воздушном шаре хватает на 12 часов полета. За это время шары могут улететь на десятки и даже сотни километров, попасть на территории парков, лесов. Рыбы и животные часто принимают шары за пищу и заглатывают их, что приводит к гибели. Запускать шары в воздух крайне вредно. Страдают даже домашние животные. Вот как опасны для природы простые человеческие забавы. Спасибо, Матвей, что остановил нас. Смотреть на воздушные шары в небе приятно, но нужно помнить, что это вредно и опасно. Давайте лучше занесем шарики в здание. А когда они сдуются, правильно утилизируем. Ведь здоровье природы важнее.